Еще раз. Да, всем привет. Очередной уже раз, да, всем пятый привет. Или не знаю в какой. В общем. Вы вчера сделали подарок нам. А мы сегодня сделали вам. Поэтому мы вас всех приглашаем на планету Ярус. На нашу планету. Да, там все увидите. Все там уже есть. Ни хрена меня не отпустили. Это просто кадр. Кадр. Переодеваться. И опять. Мам, да? Ты дочек эксплуатируешь, ты знаешь? Нет, конечно. Привет всем. Она даже не знает, что я снимала. Ты что, понимаешь все? Ну ладно. Понимать, что я снимала. Мам, ну это же неправильно эксплуатировать меня. Неправильно. Мы же с тобой работаем. Смотри, весна какая. Как весна, дождь идет. Дождик капает. Угу. Иду. Ребят, всем привет. Нижний Новгород, спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Это были колоссальные какие-то эмоции. Мы потом так после нее зарядились на самом деле. И как будто бы и поспали. Как будто бы и не было этой бессонной ночи. Потому что действительно вы дали нам невероятный заряд энергии. И мы очень надеемся, что это было максимально взаимно. Вот, это плачет не Каштанова, если что. Каштанова отдыхает. Спит. Поэтому не будем ее будить. Спокойной ей ночи. Ее утро, как обычно. Что, еда там? И мандемсик возьмем. Мандемсик. Жрет весь. Жрет. 22 часа. Запрыгнуть, кстати, уже 23. Лабутены и успешно краситься. Ой, спасибо, Алексей Юрьевич. Хлеб тебе нужен? Да, любой, весь. Сашка, что ты не ешь? Расскажи. Съешь что-нибудь. А, ты меня снимаешь? Конечно. Все, ладно, передай так. Привет всем. Передай привет. Всем привет! Алексей Юрьевич, передайте привет всем. Вот посмотрите, как его кормит Алексей Юрьевич, а меня нет. Меня нет. Она только что сказала. Не хочу. Что она сказала, Алексей Юрьевич? Не-не-не, это все вот это вот. Такая ложь вообще. Хитрая девочка. Саша. Садись. Не кормит, садись. Ногами запихаю, ё-моё. В общем, всем привет. Ногами, слышишь? Мы уже в Москве. Мы уже в Москве. До сих пор не отошли от концерта, на самом деле. Вот. Ее утро, как обычно, в 22 часа. Невероятная энергетика, которая до сих пор нас наполняет и держит. Сокрушает. Наши души и сердца. Согревает. И согревает тоже. Спасибо вам. Всем привет. Простите, что пропала. У меня вчера был такой странный день. Может быть, я вам потом расскажу. Вот. Просто качели вчера были. У меня вопрос. Вопрос к вам. Всем, потому что я знаю, что у меня очень грамотные зрители. Помните, те, кто смотрел концерт или кусочки, или видел фотографии, видели, что на мне? Так вот, это специально сшитый костюм. Мы с одной прекрасной девушкой однажды встречались, вот однажды я ездила на встречу, и вот создали вот такую вещь. И презентовали ее на концерте. Просто, ну, я об этом как бы не хотела говорить ни на концерте, ни до этого. И вот, думаю, время настало. Раньше было с этим все проще, потому что был Инстаграм и так далее. А сейчас не знаю, как поступить, потому что этот костюм, он сшит по нашей модели, по нашей фантазии, по удобству. В то же время, да, вы заметили, что он удобный, из очень хорошей ткани, но практичной ткани, что очень важно. И при этом удобство, но не совсем спортивный стиль. Не суперспортивный стиль. При этом он женственный. И вот вопрос, как удобно и как удобнее выпускать его по стандартным размерам, например, да, сшить несколько экземпляров, там, S, M, L, да, или что-то, или все-таки на заказ, чтобы, если кто хотел, говорил, вот я хочу заказать такой костюм, или там верх, или низ, и на заказ сшить по меркам. Базовый комплект, он идет без цепей. Цепи я перед концертом пришивала сама своими руками, которые совершенно не владеют мелкой моторикой, вот. Поэтому можно с цепями это, например, сделать, да, можно без них. Вот такая дилемма. Может быть, подскажете. А потом, опять же, варьируется. У меня был укороченный топ, да, а можно сделать удлиненный, подлиннее. Кому как удобно.
Пап, ты считаешь, что справедливо? Чего? Меня заставлять работать. Конечно. Как это? А почему? Это честно. А что? А что? Что? Ты ведь очень мало дома у нас работала. Ой, все, начинается. Ну, 16 лет и все. Ну что, 16-15, ну ладно. Картошку сажаем. Андрей, привет. Да, позавчера было мероприятие, мы были там с Андреем, потом мы даже сходили в караоке, классно посидели, пообщались. После вчера я была в дороге, целый день на машине, потому что здесь все-таки от Москвы 1200 километров. Вот, мне нужно было кое-что привезти родителям. Задержалась здесь на один день, и завтра снова в путь в Москву. Так что Андрей там один без меня переживет эти дни. Жду сама, когда он выйдет на связь. Наверное, отдыхает. Все хорошо. С нами все хорошо. Хороший, как вас мужчина. Вот, она говорит, в Москве. Хотите видеть Андрея? А что ты отходишь? Чтобы неожиданно выскочить. Я хотел срежиссировать это. Слышите его голос? Все, хватит. Чего? Что? Чтобы тебя не видели. Да, конечно, я же без футболки. Да, и, ну, в принципе, поняли, да? Он без футболки, без всего вообще. Поэтому не могу его показать. Смуту уводит. Не могу с ним. Им поделиться. Да. Ладно. Да ладно, футболки я, футболки, конечно. Своей причем. Во всех смыслах. Так, вот смотрите, смотрите, да? Смотрите, висит. Все подарки, все эти висят. Все висит. Это вообще чудо, да, Алексей Ильич? Висит просто. Это висит, все висит, да, Алексей? Чудо вам, Алексей... показать, вам показать чудо. Вот чудо, вот. Вот это чудо. Я даже не сомневаюсь. И не сомневалась никогда. Давай заниматься дальше. Давай. Ну никак не могу. Сейчас она только что кричала. Я не хочу целоваться. С кем там? С новым партнером по площадке. Не хочу, говорит, целоваться с ним. Ну, ты, конечно, можешь прилететь и составить им, так сказать, конкуренцию. Не факт, что я себя выберу. Ладно. Андрюша! Мне без тебя плохо. Ну что, это работа. Придется. Но ты незаменим. Я тебе так скажу. Это искренне от себя говорю. Ну что, я наистерилась. Наплакалась. На год вперед точно. Спасибо Андрею. Я его вспоминала. Спасибо Алексею Юрьевичу. Всех вас вспоминала. У меня все такие сцены были. Просто кошмар. Так вот. Теперь болит голова. И надо бы смывать все это. И валить. Отдыхать, потому что завтра очень ранний вызов. А вы как? Как вы? Андрей, как ты? Хорошо. Ну вот, меня оставляют. Ну что, всем доброе утро, хорошего дня. Посмотрите, какая у меня локация сегодня. Уточки сидят. Вот здесь топиться буду. В этой воде. Вот в этой воде. Видите, какая чистенькая, стоящая вода. В общем, Андрей и Алексей Юрьевич, если я что сделала не так, простите. Надеюсь, все сегодня пройдет хорошо. Делайте кружочки, ребятки. Это вы мне звоните только, а я хочу кружочки. Я думаю, все хотят кружочки. Вот так. Доброе утро. Всем хорошего дня. Что-то мне сегодня четвертая смена. Утро далось не так легко, как обычно. Видимо, накопилось и хочется спать. Но все хорошо. Все хорошо. Ой, у меня что-то со связью. Андрюша! Такой красивый. Такой красивый. И в форме, и без. Ну ладно, без подробностей. В общем, и у меня сейчас обед. Правда, он какой-то сокращенный, маленький у нас здесь совсем. Даже не час, даже не 41. Вот. Поэтому ем на корм и в кадр. Он лучше меня. Какой грим хороший. Фух. Завтра отцепной. Завтра поспать. Снова бой. 6-1 будем работать. 6 дней без передыха.
Чтобы вы понимали, у нас у всех смена длится 12 часов, и это не входит туда ни дорога, ни подготовка, ничего. Только вот смена сам. Поэтому надо будет выдержать 6 сплошных дней. Ты не поверишь, я так и хотела сказать, ты родился с таким гримом, поэтому тебе ничего не надо. А мне, видишь, мне добавляют. Своих как будто синяков не хватает. С Ваней, Ваня. Ваня стоит рядом. Ну, слушай, я Ваню к себе не пропускаю, так как тебя никого не пропускаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче. Ну, в общем, человек 30. Да, понял. Это режиссер. Так, а вот Ваня. Ваня. Да ладно, Андрюш, ты что, я тебя только люблю. Правда, честно. Ну что, Андрюш, привет. Всем привет. Андрей уехал к себе на родину, а я тут мучу Алексея Юрьевича. Он такой, спасите, помогите. Ее спасите, ей помогите. А чем мне надо было? Мне не надо помогать, это ему надо помогать, морально тем более, потому что я сейчас... Андрюша, мы тебя ждем. Ну, наверное, теперь мы с тобой точно будем братья, и никто не ошибется, как тот мальчик. Да, Алексей Юрьевич? Я просто мешаю Алексею Юрьевичу есть. Сашенька, спасибо огромное. Алексей Юрьевич, спасибо вам тоже огромное. Я уже практически выздоровел, практически на ногах. Спасибо большое всем, кто пишет, кто поддерживает. Сказки на ночь пока что еще не записываю, голос пока что особо нет, но вот уже через день я надеюсь, что все будет как надо и начну записывать. Пришла пора показать мою новую прическу, да, как вы считаете? Я думаю, да. Готовы? Раз, два, три. Так, я поняла. Мы играем в игру. Злой и хороший полицейский. Или плохой и хороший. Ну, короче, я злой, ты хороший, добрый полицейский. Я поняла. Алексей Юрьевич, держитесь. Да, Андрюш, мы с тобой завтра увидимся. Все. Интрига. Дорогие друзья, еще раз. Напоминаем, в субботу концерт у нашего руководителя, у нашего друга Андрея Шабарова. В котором мы будем петь. Да, петь две песни. Мы там споем две песни. Концерт будет классный, да, веселый. Я знаю Андрея Шабарова давно. Ой, слушайте, ну такие вот новости. А мы едем. Мы устали, и мы едем. Мы раскрыли тайну вечности. Только мы... Гаврил.